Если любовь уходит, какое найти решение? Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать. Можно пойти на просьбы и даже на унижение. Можно грозить расплатой, пробуя запугать. Можно вспомнить былое, каждую светлую малость, и с болью твердя, как горько в разлуке пройдут года, поколебать на время, может быть, вызвать жалость, и удержать на время, не навсегда. А можно, страха и боли даже не выдав взглядом, сказать: «Я люблю, подумай, радости не ломай». И если ответит отказом, не дрогнув, принять как надо. Окна и двери настежь я не держу. Прощай. Конечно, ужасно трудно, мучаясь, держаться твердо. И все-таки, чтоб себя же не презирать потом. Если любовь уходит, хоть вой, хоть останься гордым. Живи и будь человеком, а не ползи ужом.